Всем привет, ребята, меня зовут Дима Соколов, и сегодня у нас очередной самый обычный день в офисе. Короче, сегодня мы снимаем очень интересный такой продукт. Вот, кстати, я стою на его фоне. Это машина для обжарки кофе. Вот эта конструкция, которая находится сейчас на практически предфинальном этапе. Это собственное изделие ребят из Typhoon Coffee. Мы решили, что снимать такое замечательное устройство, как ростер, просто на каком-то темном фоне, с хорошим студийным светом, уже недостаточно. Поэтому изготовили вот такую цветовую, назовем это циклорамой, которая состоит из металлических профилей и вот таких вот цветовых труб. На все про все ушло примерно порядка 70-90 метров. Да, Артур? 50 тысяч показывает. В общем, бюджет этой конструкции 50 тысяч, что само по себе уже больше, чем стоимость всей нашей съемочной смены. И это пример правильного подхода, когда видеоролик является не просто каким-то средством самолюбования, а эффективным инструментом и инвестицией, которая в итоге способна приносить не только просто пользу и красоту, но и прибыль. Так, здесь же должен был быть пультик, кстати. Наступила уже темнота, и мы сейчас будем начинать снимать. В итоге конструкцию закончили, и она, в принципе, представляет из себя очень крутую штуку. Ведь отойдите чуть подальше, чтобы снять более-менее общий план, смотри, как выглядит наша история, пока мы не начали снимать. Аккуратно, да? Ага. Соответственно, вот. Нам еще осталось только сделать иллюминацию на полу, и мы готовы начать снимать наконец-таки. Здесь уже может и ёбом токнуть. Короче, время у нас уже без 20:11. Некоторых бойцов мы уже потеряли, но съемка в самом разгаре. Сейчас этот шум из-за ростера, который пробивает дужу температуры для того, чтобы мы начали обжаривать огромное количество кофе, которое сразу же и выпьем. Кстати, пойдем. У нас вот приехал допинг. Допинг, все серьезно, подготовка. Что это такое, я не знаю. Я такого никогда не встречал вообще, в принципе. Соответственно, Костя. Костя готовится. Костя — это самый главный у нас инженер, технолог, правильно? Технолог в компании. Бро, пару слов, как тебе впечатление ночных съемок уже второй раз подряд? Шикарно. Я люблю ночные съемки второй раз подряд. Вот это самоотверженность. Отлично. Великолепно. Ты готов? Я восторженно готов. Осталось буквально минут 20 до конца сегодняшней съемочной смены ночной. Остались только самые стойкие и сильные. У нас впереди еще задача сделать наилучший кадр за эту съемку с использованием вот такой вот, Кость, покажи, пожалуйста, маленькой RGB-шной лампочки. С вами был Дима Соколов. Это самый обычный день в офисе. За камерой Витька Иванников. Витька, спасибо тебе огромное, что ты есть на этой земле. А вам спасибо за просмотр. Берегите себя и свое здоровье. Не снимайте по ночам до самого утра.